встаем. Лилечка, Софочка, встаем, встаем, встаем. Как совмещать роль многодетной матери, бабушки, прекрасной хозяйки, ответственного работника, знает Ольга Калмыкова. Живет в селе Верхнерусском. Замуж вышла в 19 лет, в декрете провела 14. За эти годы родила 7 детей. Старшему 26 лет, младшей 6. Ведет натуральное хозяйство, работает почтальоном, ее знают и любят односельчане. Считает, что дети должны быть всегда заняты делом, и они заняты. Старшие сыновья ведут свой бизнес. Двое учатся в высших учебных заведениях, младшие – еще только школьники. В 2018 году президентом Российской Федерации семья Калмыковых награждена орденом «Родительская слава». Мама Оля, она очень боевая женщина, вообще она просто мотор. Она насается туда-сюда, я не знаю, откуда у нее столько энергии. Я просыпалась утром, она на огороде, я приходила вечером, она чистит картошку, я не знаю, драет полы, доит коров. В общем, эта женщина просто, я не знаю, откуда столько энергии у нее. Она прямая, она честная, она искренняя. Даже если какие-то проблемы или там она скажет, она... Ну и, конечно, постоянно заботится, да, я, например, своя семья уже там занимаюсь, все, она там постоянно звонит, там заботится, кто-то молока передаст, кто-то там еще чего-то, да, ну, как вот эта вот забота, она ощущается, это приятно, за это спасибо, маме. Я рад, конечно, что большая семья, вот, и дети вот такие послушные, что у меня получается с воспитанием. Это самое сложное, самое большое, вот, когда непослушные дети, когда вот они... как-то идут своим путем, но это больше всего такое удовлетворение, когда видишь результат своего труда и когда у тебя получается. Вот. Ну, конечно, это сложно, иногда приходится не поспать, да, мам? Да. Вот. Но ничего, как-то в общем, надеюсь, слава Богу, все хорошо. Я родилась в городе Ставрополе, училась в 21-й школе, училась в музыкальной школе, в школе искусств на Дзержинского. Окончила школу, 11 классов. И училась на портного, тогда так называлась она, я не знаю, фабрика ремонта и пошива одежды. Вот. Выучилась, отработала 2 года, вышла замуж и ушла в декрет на 14 лет. Я когда вот выходила замуж, да, я все время думала вот о цифре 7 почему-то. Все время думала, что у меня будет 7 детей. Вот 10 я никогда не думала, что у меня будет, а вот 7 все время думала. Не знаю почему. Детки родились, наверное, двое у нас было, Миша и Павлик старший, и сразу завели вот корову, все, свиней. Идем сейчас кормить свиней. Так. У нас 3 поросенка, ну, было 5, зарезали 2, а то теперь... У вас в основном всегда... По 5 держим. По 5, да? Да, полгода, а потом еще полгода берем. Да. Ну, двоих, потом троих. Они... Ну, так мы уже приловчились, нам они хватает у вас мяса. Не сладятся? Нет, нет, это на это времени нету. Вот. А вот это огород у вас, да? Это огород, да, ну тут вот малина. Кто помогает на огороде, самый главный вопрос? Олеся, это вот дочечка, которая, как его открыть? Я помогу. Ага. Которая учится в музыке. Так, поросенки. Ну вот. В основном, как бы, мои подружки, мы с друзьями, с подругами сами собираемся у меня дома. Вот. И у нас есть бассейн, как бы, и мы летом сюда его набираем. Ну, я приглашаю девчонок, говорю, приходите, ну, искупаемся. Вот. Ну, приходят девчата,
Мама говорит: так, нет, никаких купаний, мы сначала идем на огород. Мы идем на огород, часа два поработаем, приходим, начинаем купаться, через 15 минут мама кричит отсюда вас окна, говорит: пойдемте на огород. Говорит: вы уже накупались, вы уже охладились, пойдемте на огород. Мы идем опять на огород, работаем, в общем, всегда ко мне приходят тоже девчата, и всегда знают, говорит: так, Олесь, давай, говорит, сначала поработаем, а потом будем купаться или отдыхать. Вот. Мы идем сначала что-нибудь делаем, потом уже возвращаемся. Уже делаем время, потехи час. Правильно, потехи час. Ну вот. Она у нас на привязи, стада у нас нету. Мы, да еще вот несколько человек, человека три у нас в селе держат коров всего. Вот. Ну, мы держим, чтобы хоть чуть-чуть своего было, творожка, сметанки, там, молочка. Угу. Вот. Сами делают творог, сметанки? Да, да. А масло? Масло не доходит. Сметану и творог только. Ага. Вот. Ну, так, когда хороший сезон, она-то хорошо дает, а тогда продаем чуть-чуть. Отбор, да? Вот он постоит сегодня, завтра и скиснет. Он станет простоквашей. Простоквашей. И потом я его поставлю на огонь, подогрею так не сильно. Ну так, чтобы горяченький был градусов, наверное, не знаю, 40-50. И получится вот такой, потом сыжу на друшлаг, откину, и получится вот такой творог, домашний творог. А если вот много когда молока, мы вот веем вот такими кастрюлями. Я вам покажу. Да? Сейчас я покажу. Это просто мало, а то подумают, что это столько всего это. Вот такими большими. Вот. Это вот столько молока бывает. Это просто сейчас уже отдаивается корова, поэтому здесь вот мало его. О, вот они. О, 6 штук. Улов. Снесли. Тут же все ж меня знают в селе. Вот. У меня вот женщина берет там 2 раза в неделю молоко, допустим, по 3-литровой банке. Другая берет 1 раз в неделю. Другая там в 2 недели раз берет. И так мы список составили, кому когда. И каждый день я баночку продаю. Сейчас просто времени не хватает. Почему? Потому что много готовки, много проблем уже со взрослыми детьми. Ну как вот со взрослыми, которые девочки у меня вот эти вот, да, которые 12 лет. 9 и 6. Их музыкалку со школы в школу одеть, раздеть, привезти. В общем, ну вот это все, покормить. Вот это проблема. Ну, вот. Но я все равно умудряюсь работать, потому что мне надо 15 лет стажу. Меня подруга пригласила. Я выходила из декретного отпуска, и как бы надо было работать. И подруга моя хорошая, мы с ней в церковь ходим, и она говорит: Оль, приходи к нам на почту. И я думаю, ну попробую, 1 месяц поработаю, не получится, потому что с детворой у нас хозяйство, вот это огороды. Пошла, втянулась, вот и до сих пор, с 2011-го. О, тетя Катечка, вам посылочка. Сейчас заполните. Хорошо. Ты, как всегда, Оленька, приносишь нам самые хорошие вести. Прям я не знаю. Катечка, спасибо. Да, добросовестная, внимательная. А нам что пенсионерам надо? Нам надо, чтобы внимательно к нам относились. А ты знаешь, как бальзам на душу получается. Всегда ты новости принесешь, и известия всякие принесешь. Мы благодарны тебе. Она у нас шустрая, быстрая, все быстро, четко делает, с людьми дружит очень сильно. Все довольны ею. Несмотря на то, что у нее много очень детей, она успевает везде. Я не представляю, как это ей вообще удается. Тетя Тонь! Так, собака. Тетя Тонечка, где вы? В каком доме? Вдвоем аж ждем. Да. Чтобы это сказать, какие наши почтальоны хорошие девочки, красавицы. Чего ты смеешься, правда? Я тебе правду говорю. Давай мне деньги. Давайте сейчас. Давай. Расписывайтесь, пишите. Да, очки надо надеть. Да. Фамилия, инициалы, паспорт, роспись. Число. А я вам считаю пока. Все, ваши все. Держите денежки. Спасибочка.
Все выплатили. Нравится. С людьми очень. Люди ждут всегда. Я же не штрафовать хожу, а деньги приношу. И вообще так вот кого-то встретишь, все довольные, здороваются. Все время такие доброжелательные. Ну, у нас вообще люди здесь все где хорошие, не скандальные. Познакомились с Олей мы в церкви. Вот, мы посещали церковь одну, так потом сделали предложение, и она согласилась. И вот у нас такая семья. Просто когда предложение сделал, я думала, что он очень взрослый, и я очень маленькая для него. И было неожиданно очень, и я не собиралась замуж. Я когда пришел с армии, вот тогда уже немножко начал задумываться вообще о семейной жизни. До армии у меня девушки не было, и я ждал того момента, когда я влюблюсь по-настоящему, по-серьезному. В один прекрасный момент я заметил Олю из среды девушек, которые окружали, и я влюбился по-серьезному в нее. Но она еще маленькая была, ей уже к 17 было. Вот. И я дождался, когда ей было 17 лет, и на день рождения, 20 января, я сделал предложение ей. Потом мы поженились через 2 года, когда ей было 19, мне 24. Вот. Вот так и живем. Она у нас вообще двигатель прогресса, поэтому вот это секрет такой наш маленький, для семейный. Мама нас вот эти все дела, которые мы делаем, там постройки, везде. Мне стоит только проболтаться, что нужно что-то сделать. И это все, я считаю, попал, все. Она не успокоится, пока не добьется. Пришел момент, мы уже выросли, нам там лет 10-12. У них родилась гениальная идея, ну и возможность была. Они на соседней улице приобрели 2 участка. Вот, там был котлован, ну и начали нас потихоньку этот котлован засыпать, и нас потихонечку как бы приучать к труду уже такому серьезному. Ну, мы там песочек раскидывали, все. Ну и так вот родилась идея потихоньку у них начать нам строить дома. Организовывать нам труд, и чтобы мы сами потихоньку строили. Ну вот с этого и начали. Папа показал, как, ну, заложил фундамент. Прошло время, в 16 лет уже получается, ну, Михе было меньше, Петровича его нет. Вот мы начали кладку учиться делать, ну, заливать бетонные работы, кладку, и начали потихоньку строить себе дома. Когда им было лет уже 12-13, я сначала одному смонтировал цоколь. Ну, то, что им по силам было, допустим, поставил опалубку для армопояса и мешать бетон. Ну, конечно, в пределах разумного, конечно, понемножечку. Так, сыночки, давайте вперед, вот так, вот так. И они залили армопояс. Потом закупил материал для стен, кирпич, и показал им. Первому я углы сам заводил. А потом натягиваешь шнур и так, ребятки, вот так, показал, кладку делается. И потихонечку они у меня стены вывели первому сыну. Отрывисто вот так водишь и постепенно на шовчик сверху накладываешь. Смотри, я буду делать, и смотри внимательно. Так, глаза. Она не любит, когда кто-то сидит и ничего не делает, ничем не занимается. Ее задача была постоянно нас организовать чем-то. Ну, нагрузить каким-то трудом. То есть вот, задача номер один, чтобы там нести двор, там еще что-то. Жуков вот, собирать. Жуков собирать, там, карлацких, там, что только мы не делаем. Чем больше они заняты, тем меньше у них время на всякое вот, ну, да, от безделья, как говорится, праздность мать всех порок. Вот. Я вот сейчас даже за вот этот интернет гоняю. Потому что садятся и начинают смотреть, я говорю, займись делом. Книжку почитай, уроки сделай, позанимайся музыкой лучше, чтобы меньше они вот были вот в этих сетях, в этих во всех, потому что, ну, ничего там хорошего нет. Павлик, ну, как-то бизнесмен, я сама такая, не могу такой, какие-то предпринимательские у меня идеи никаких нету, я на производстве. Работать чисто вот так я могу отдать. Старший брат вперед всех, получается, идет. Вот и в работе тоже получается, что как бы придумываешь, как организовывать труд, да, как бы зарабатывать средства на жизнь. Ну и, соответственно, подтягиваешь своих родных. Ну, Паша так легче, так удобнее.
хорошо. Как дома дела? Да дома все отлично. Вот у нас завтра баня будет. Баня завтра? Да. Тут подходить. Да, да. Часов 7 там 8 подходить. По учебе как дела? По учебе. Успеваешь? Успеваю. Нормально все? Да. Просто будет еще объем печати большой. Нужно будет, ну, время тоже на это выделить, чтобы и там, и здесь успеть. Хорошо. Слушай, ну сделай один раз минус. Плюс. В общем, с братьями работается нормально, потому что, ну, стараемся как-то помочь друг другу, больше работы на себя взять. Ну и, конечно же, учитывает интересы каждого брата, ну, кто как, ну, кто-то, может быть, там, сегодня не в настроении работать. Так, все, сворачиваем. Я его отвезу, Вовочку отдам, они сегодня будут в Зендене монтировать. Хорошо. Жена внесла очень большую лепту в воспитание, потому что она больше с ними находится. Вот, и она постоянно, вот, как можно сказать, озабочена этим. Вот, и я думаю, что у нее получилось. Большую часть времени в школе проработала учителем начальных классов, поэтому эту семью знаю не понаслышке, можно сказать и так. Учила ни одного ребенка. Вот Софу, в частности, учила 3 года только. Активная, любознательная, веселая, доброжелательная. Отзывчивая. Все идет из семьи, считаю. Как в семье отношения, такие же вот и детки вырастают тоже. Мама не пропускала родительских собраний, причем не только мама, но и папа являлся участником наших внешкольных и школьных разных мероприятий. Ну, в части помощи папа, а мама активная участница на собраниях в плане обученности детей, интересовалась образованием. Я хочу стать дизайнером, модельером. Я учусь на художке, очень люблю рисовать, вот. Ну, что мама просит, то и делаю. Я хочу стать учителем, не знаю почему. Учителем музыки, скорее всего. Ну, наверное, учителем музыки. Да, зачем? Ей музыка нравится, она у нас музыкант. Я буду фельдшером скорой помощи, работы скорой помощи. Я не люблю работу, которая, ну, сидячая, не знаю, какая-то. Однотонную. Ну да, однотонную работу я не люблю. Мне кажется, что мне надо что-то такое более, ну, связанное с двигательной активностью. Надо чувствовать себя как мама. Я говорю так, беру всех троих, говорю, пойдемте со мной. Там, ну, учу их там на огороде работать, например, или дома учу их там мыть чему-нибудь такому. Вот. Ну, не знаю, чувствую ответственность за них. Но пока мамы нету, командую я. Я учусь в Старополе, Северо-Кавказском федеральном университете, институт нефти и газа, нефтегазовое дело. Целевое направление оттуда, это получается, когда я выхожу, вы знаете. Ну, если получится там работать, если там будет хорошо, то останусь там как-то. Если не получится, то буду уже думать, что это свое, или продолжать с Павлом сотрудничать. Она хоть и поругает, и, ну, прям так жестоко вынесет мозг, но при этом всем она все равно любит нас, она каждый день это доказывает, потому что ей не лень ради нас хозяйство держать. Ну, она заботится о том, чтобы мы ели здоровую пищу, как бы, ну, и нам вкладывает самые лучшие качества. Ну, трудолюбие, конечно же, это в первую очередь. Мы еще были, не знаю, какой класс, лет 8, вот так, 7. Там что-то маме нужно было возле сарая там залить бетон. А мы где-то там в одном месте нашли маленькую работу с друзьями, там это поработали, и нам там то ли 50 рублей заплатили, то ли еще что-то. Она это узнала. Короче, говорит, так, давай всех этих пацанов собирай, я, короче, тоже вам 50 рублей в день плачу, короче. И вы организовываетесь, и давайте, короче, заливайте. И мы там с таким энтузиазмом все организовались, там, соседние, там, мои друзья школьные, все, короче, там, там, толпу собрали, ну, все, сейчас мы там деньгу заработаем, как бы это мама платит. Ну, и, в принципе, вот, вот это вот запомнилось, и тут это было и весело, и в то же время нас это, ну, как бы уже в то время мы начали понимать, что, в принципе, за труд мы можем, да, как бы зарабатывать. А когда помнишь, говорили, что тебя... А, что я приемный. Пакет засунул, ты назвал, как не сын. А, это сейчас тоже, да, кстати.
Типа они все темные, да, я один блондин подкидываю. Ну, Жорочки ж не было тогда. Ну да, не было еще Софьи, Лилии, Оли. У нас вот Софья не спала, у нас не спала до 3 лет, наверное, очень, ну, долго не спала она, ночами. Вот. И я вот сижу, качаю ее, сама засыпаю, спать хочу. И я говорю: Леш, ну помоги мне, ну ты посиди с ней. А он так вот укрылся с одеялом, вот этим пледом, так хорошо замотался. И говорит: ничего, Оленька, прорвемся. И спит. Вот это помню. Ну, так не всегда было. В основном делились с мамой. Да. Помогали вообще. Да, плохо они у нас, да, все спали. Спали плохо ночами, но приходилось работать на работе и потом уже ночью дежурить. Ну, ничего, живые, да, до сих пор. Мы каждый год обязательно должны съездить в Архыз. Горы. Горы вообще, да. Это мы любим. Домой. Я люблю горы. Вот. И у нас вся семья любит горы. У нас, ну, можно сказать, каждое лето, вот сколько лет подряд? 14. Ну, уже лет 14. Лет 14 лет подряд мы каждый год летом мы в Архызе. И обязательно мы там должны сходить в поход хороший. Там есть водопады, озера. Озера. Да, Софийские водопады, Софийские озера. Вот тропинки, которые там есть, ну, не совсем такие прям для альпинистов, да. А вот такие, где можно ходить, сложные. Мы ходим, смотрим все эти, всю красоту. У нас во вторник баня, в четверг баня, в субботу баня. Зимой они каждый день просят. Холодно, промерзают, и папа, баня будет. Будет, все, это прилив счастья, все, все довольны. Сестра моя. Вообще, как бы вот так по вторникам у нас вот, Павел приходит, еще вот Олина сестра, Евелина с племянником. Вот они тоже с семьей приходят к нам. Ну, как бы каждый вторник мы стараемся так вместе пообщаться. Вот так. Такая традиция есть. Хорошо что-то получается. Вот когда Лилечка, допустим, выступает на конкурсе, да, и она играет. Я слышу, она вот хорошо играет. И для меня это вот аж... Ну вот когда Софья приходит, говорит: мам, я сегодня 5 по математике получила. Хотя с математикой у нас там проблемы, да. И я радуюсь, я... Для меня это вот, ну, такой трепет. Когда Миша говорит: я вот сделал там натяжные потолки у себя, или пошпаклевал, или буду ламинат стелить. Тоже это очень радует. Она переживает за меня больше, чем я даже сам. Понятно. Хотя, может быть, я это не проявляю там такими внешними какими-то действиями, качествами, но как бы в душе я осознаю и люблю. Мама – мой мотиватор. Она мне во всем помогает и, ну, как бы во всем дает советы отдельные, которые действительно мне помогают. Она очень сильно заботится о нас, вот. Помогает с уроками, ну, когда я не понимаю, вот. Вообще ее очень люблю. Наверное, ей лучше мама, чем наша. А вот ты бы хотела быть такой, как твоя мама? Да. Я очень сильно люблю ее. Так же бабочку, вот. Я счастлив, что у меня такая семья, что такая жена. Вот я себе представлял жену именно вот такой. Вот какой я хотел, такой вот у меня жена. Вот, поэтому я очень доволен. Вот мне легко с ней, легко. Она вот помогает, и, можно сказать, какую-то часть моего труда она берет на себя, и для меня это очень большая помощь. И вообще нам как-то вот вместе легко, мы вместе планируем, всегда советуемся, как что сделать, и вообще вот мы прожили 27 лет, да. В этом году было. Вот. Ну так мы не ругались. Сильно. Да? Сильно.